Завтра синоптики прогнозируют морозную погоду. В самый раз кататься на лыжах и коньках. В последнее время коньки становятся очень популярными среди россиян. Большую роль в этом играют и многочисленные шоу фигуристов. Одно из них прошло в Новочебоксарске. На льду дворца «Сокол» собрались известные олимпийцы, чемпионы мира и Европы. Новая программа совмещает танцевальные номера, профессиональное фигурное катание и ледовую акробатику в сопровождении живого пения Светланы Светиковой. Полтора часа на льду только самые любимые и титулованные спортсмены. Короли льда и сердец. Татьяна Навка и Роман Костомаров. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Повелос Ванагас и Маргарита Дробязко. Оксана Домнина и Максим Шубалин и другие. Каждый номер зрители встречали бурными овациями. Представлены те одни из самых лучших номеров, скажем так, которые получали все шестерки в проекте «Ледниковый период» Кубок профессионалов. Поэтому, ну, по максимуму мы стараемся, конечно же, уже не ездить со старым, скажем так, материалом. Прием зрителей был потрясающий, те люди, которые были, и при том морозе, который на льду сегодня был. То есть нам кататься холодно, а что говорить про зрителей, которые сидят на пластмассовых стульях и от начала до конца досмотрели наше шоу и аплодировали стоя. Поэтому им огромное спасибо, и это очень приятно.